Дар. Смерти не будет, и жизни нет. Есть лишь пролог и эпилог, а между ними тоненький след строчек, которым доверился Бог. Смерти не будет, ибо творение переживает тело Творца. Новое, созданное им время, пересечет горизонт конца. Жизни не будет тоже, ибо это не жизнь, когда тяжкий дар душе дарует не радужность нимба, а раздувает темный пожар, испепеляющий все. И тело лишь оболочка, а все, что внутри, выжжено до пепелища, истлело. И продолжаешь бесцельно идти, как по инерции. То, что доступно глазу лишь. Можно ходить и шутить, но подсознанием зная преступно, что ты обязана вето хранить, зная, что быть простым человеком, чувствовать радость от слова «жить» тебе не дано, что ты, как калека, должна за собою горб волочить. И просыпаться в ночи, содрогнувшись от холода бездны, зовущей во сне, жизнь и смерть, не разминувшись, бродят вокруг, недоступные мне.